наблюдать, что там происходит. Принять право остановиться. Добрый день, инспектор ГПС, да, собой. Документы ваши, пожалуйста, водитель, собственно, не сказать.
ситуацию. В принципе, можно сказать, что есть положительные моменты, то, что водители сегодня практически вступали в движение. Есть отрицательные моменты. Вы сами буквально видели, как водитель автомобиля нарушил правила, не вступил в дорогу по специализированному автомобилю. То есть, если они будут, грубо говоря, соблюдать эти правила, выступать специализированным автомобилем на движение, соответственно, мы будем прибывать еще быстрее, и, соответственно, от этого будет зависеть чья-то жизнь.